Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вы увидите полезные и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео, а в конце ролика не забудьте поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Когда фары автомобиля теряют прежний вид и со временем под воздействием погодных условий тускнеют, многие автовладельцы просто меняют фары. Но есть способ, как вернуть фарам пристойный вид. Можно воспользоваться средством для восстановления блеска фар. Набор Visbella рассчитан на восстановление прозрачности и защиту фар автомобиля. Процедура настолько проста, что вернуть блеск фарам может абсолютно каждый автовладелец. В наборе есть подробная инструкция, как подготовить и отшлифовать фары, чтобы удалить все имеющиеся повреждения или желтизну, а также как смешать и нанести лак для восстановления блеска. В последнее время, в частности и среди водителей, стали популярны солнцезащитные очки с антибликовым покрытием. Антибликовое покрытие имеет массу преимуществ, улучшающих качество изображения и повышающих комфорт ношения очков. Прежде всего, покрытие эффективно устраняет блики и ореолы, возникающие на передней и задней поверхности линз. Таким образом, в очках с антибликовым покрытием значительно меньше воздействия ослепляющего отраженного света, например, от фар машин, от снега и мокрого асфальта или от стекла автомобиля. Поэтому особенно такое покрытие важно для водительских очков. Антибликовое покрытие имеет также просветляющий эффект. То есть, благодаря ему линзы пропускают до 99,5% света и становятся практически полностью прозрачными. Это позволяет лучше видеть в плохих погодных условиях и в темное время суток. Дневные ходовые огни. Они разработаны с учетом всех требований технических характеристик дневных ходовых огней. Эти ходовые огни предназначены для установки в любой автомобиль и служат для обозначения автомобиля на дороге в дневное время суток. Ходовые огни представляют из себя металлические планки, на которые установлены сверхяркие светодиоды в один ряд. Сверху светодиоды покрыты ударопрочным прозрачным составом. Корпус этих светодиодных огней полностью защищен от попадания влаги и пыли. Металлический корпус этих ходовых огней также дополнительно выступает в роли радиатора для отведения тепла от светодиодов. Потолочный монитор для автомобиля. С одной стороны, тем, кто в большинстве случаев ездит в машине вдвоем или же подбирает сотрудников по дороге на работу, этот девайс вряд ли нужен. Но если у вас намечается длинная семейная поездка, или же вы просто хотите, чтобы пассажиры на заднем сидении были чем-то заняты и не мешали вам спокойно рулить, то потолочный монитор придется очень даже кстати. Также потолочные мониторы – оптимальный вариант, если у вас семиместный минивэн, а покупать подголовник с монитором на каждое сиденье небюджетно. Этот монитор диагональю 13 дюймов. Автомобильная камера заднего вида в водонепроницаемом корпусе, встроенная в рамку номерного знака для европейских автомобилей, незаменимый помощник при парковке, обеспечивающий широкое поле обзора и качественное изображение. Эта камера заднего обзора может подключаться к любому автомобильному монитору при помощи желтого композитного RCA разъема, в том числе и двухдиновой магнитоли. Далеко не все имеют тонированные стекла в автомобиле. Некоторые используют другую альтернативу – автошторки. В первую очередь автомобильные шторки используются для защиты от солнца. Летнее время становится настоящим испытанием для большинства автомобилистов. Прямые солнечные лучи существенно снижают видимость, что может привести даже к возникновению аварийной ситуации. Постоянные солнечные лучи мгновенно нагревают автомобиль, делая пребывание в нем невыносимым. Шторки позволят не только скрыться от прямых солнечных лучей и любопытных посторонних глаз, но и создать приятный интерьер в салоне автомобиля, придать комфорт и подчеркнуть индивидуальность автомобиля и его владельца. Незаменимым помощником в ремонте станет двусторонний силиконовый скотч. К основным преимуществам двухстороннего скотча можно отнести сверхтемпературные нагрузки от минус 30 и до плюс 120 градусов по Цельсию. Выдерживает ультрафиолетовые лучи, не стареет, не желтеет, не пересыхает, не боится воды и влаги, вибраций и перепада температуры. Обеспечивает высокопрочное, абсолютно прозрачное соединение двух разнородных материалов. С помощью него есть возможность отказаться от жидкого клея, жидких гвоздей, сухой сварки, а также механических соединений, шурупов, болтов, саморезов и так далее. Это идеальный материал для склеивания дерева, металла, пластика и стекла. За счет толщины слоя акрилового клея можно довольно надежно склеить материалы с разными физическими толщинами и размерами.
Защитная лента на задний бампер предотвращает износ верхней полки заднего бампера. Существует много видов защиты этого участка. Данная лента превосходно справится с этой проблемой и сохранит покраску в первозданном виде. Изготовлена лента из высокопрочного полиуретана. Является универсальной и подойдет к любому автомобилю. Чтобы всегда быть в курсе технического состояния своего автомобиля и знать причину появления предупреждения «Check Engine» на панели приборов вашего авто, необходим современный диагностический сканер, такой как Launch X431. Это ваш надежный помощник в дороге, который поможет сэкономить вам время и деньги. Компактный универсальный диагностический сканер предназначен для чтения и сброса кодов неисправностей. Работает на всех совместимых с OBD2 автомобилях с 1996 года выпуска и по настоящее время. Меню и описание кодов неисправностей на различных языках, в том числе и на русском, поддерживает CAN и другие используемые в настоящее время протоколы OBD2. Устройство 4 в одном. Данные часы крепятся на торпеду с помощью 3-миллиметрового скотча. Дисплей имеет форму овала, на него выводятся время, температура в салоне, на улице и напряжение бортовой сети. Присутствует подсветка для четкой видимости в темное время суток. Температура измерения от минус 50 и до плюс 70 градусов по Цельсию. Нескользящий нано-коврик с логотипом различных марок авто – настоящая находка для водителя. Он позволяет всегда иметь в свободном доступе небольшие предметы, такие как телефон или очки, без риска их падения. Благодаря особой микропористой структуре акрилового материала, из которого он изготовлен, любой предмет, который вы на него положите, будет надежно лежать на своем месте. Выполнен в размере 19 на 12 сантиметров. Все, что нужно для его использования – очистить поверхность, где он будет лежать. Данный комплект устанавливается в зазор крышки багажника и заднего бампера. Длина ленты 120 см. Проводка позволяет отдельно подключить каждую функцию и использовать нужные режимы. Основа ленты имеет клеевое покрытие, позволяющее установить ленту своими руками. В комплекте световая лента в эластичной силиконовой оболочке, блок управления режимами и проводами для подключения. При использовании создает яркий световой эффект и не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. Выполняет функцию стоп-сигнала и поворотника. Huawei предлагает свое решение в виде Ka-Fi, призванное обеспечить удобный доступ к интернету в компактном и симпатичном корпусе. Габариты устройства составляют 88 на 49 на 59 мм. Дизайн напоминает ручку переключения коробки передач. Все основные кнопки управления вынесены на крышку устройства. Спереди имеется USB-порт 5 Вт, в который можно подключать кабели для зарядки мобильных устройств. На противоположной стороне можно видеть защитную крышку, за которой скрываются слот карт памяти microSIM, разъем для подключения внешней антенны и кнопка сброса. Внутри сотовый модем LTE, который может работать на скоростях до 150 Мбит в секунду для скачивания и до 50 Мбит в секунду на отдачу. А вы знали, что покупая данные товары или любые другие на AliExpress, вы можете вернуть 6% от стоимости заказа? Я уже успел попользоваться некоторое время зарубежным сервисом Top Cashback и сэкономил неплохую сумму. Сайт прост в использовании, вы можете совершать покупки среди тысячи самых разнообразных магазинов. Регистрируйтесь по ссылке в описании, переходите на AliExpress и покупайте как обычно. Более того, 28 марта ожидается распродажа в честь дня рождения AliExpress, где вы сможете совместить кэшбэк и скидки. Я предлагаю вам зарегистрироваться на Top Cashback и быть готовым к распродаже. Клеммы на провода являются неотъемлемой частью любой электросети, в том числе и автомобильной. Ведь именно плохой контакт является основной причиной поломок и неправильной работы любых электрических соединений автомобиля. Поэтому качественному соединению проводов и кабелей вам следует уделять самое пристальное внимание. В этом помогут клеммы с дополнительными креплениями для проводов. Изготовлены из высококачественного сплава высокой токопроводимости. Внутренний диаметр клеммы 18 мм. Когда есть желание немного приукрасить свой автомобиль, а глобальный тюнинг делать неохота, можно использовать так называемые шильдики, клеящиеся на кузов автомобиля. Это небольшие таблички либо же информационного характера, либо несущие в себе прикольный смысл или эмблему. Выбор таких шильдиков просто огромен.
В современном мире практически у каждого водителя есть мобильный телефон. Для удобства пользования гаджетом в автомобиле стоит установить универсальный держатель с зажимами для крепления мобильных телефонов. На устройстве легко настраивается желаемый угол, благодаря чему ваш телефон будет всегда на виду. Держатель выполнен из высококачественного пластика, крепится на клейкую ленту и не оставляет следов клея на месте крепления. Одной из самых важных комплектующих любого автомобиля является противоугонная сигнализация. Защитить ваш автомобиль предлагает множество компаний, которые выпускают сигнализации. Star Leon RB9 – автомобильная сигнализация с двухсторонней связью и интеллектуальным запуском двигателя. Сигнализация комплектуется удобным брелком с качественным ЖК-дисплеем. Брелок имеет дальность оповещения до 1 км 200 метров. Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором. Система Star Leon RB9 может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач. Еще одним незаменимым инструментом в арсенале каждого водителя станет гибкая трещотка. Изготовлена из высококачественных металлических сплавов и имеет удобную прорезиненную рукоять. Подойдет для откручивания болтов и гаек в труднодоступных местах, где обычным ключом подлезть не представляется возможным. Но для срывания прикипевших гаек такой инструмент использовать нельзя. Практически во всех автомобилях установлены автомагнитолы. Производители стараются разрабатывать новые предложения в этом сегменте для максимального комфорта пользования автогаджетом. Именно такой новинкой и стала магнитола с большим экраном, пультом на руле и камерой заднего вида. Оснащена дисплеем размером 4,1 дюйма, системой Bluetooth 2.0, а также камерой заднего вида. Приятным дополнением является наличие пульта дистанционного управления и пульта, который крепится на руль. Брелок с номером телефона на ключи. Вместе с брелком идет целый набор цифр для него, чтобы вы самостоятельно смогли набрать из них свой номер. Возможно, такой брелок может найти утерянные вами ключи, ведь тот, кто их найдет, сможет позвонить по указанному номеру на брелоке и вернуть их вам. Так что это весьма полезный девайс. Не забудьте при покупке товаров из видео воспользоваться зарубежным сервисом Top Cashback и вернуть 6% от стоимости заказа. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыгрываем 200 рублей на счет мобильного или WebMoney кошелька. Условия: поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube-канале. Все ссылки в описании.